Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникация қызметін Қарағанды қаласындағы көшпелі брифингіне қош келдіңіздер. Брифингтің тақырыбы Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу дайындығына отандық тауар өндірушілерді тарту. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Экспо 2017 халықаралық көрмесінің нысанының құрылысына ұлттық бизнес тарту жөнінде тапсырма берген болады. Бүгінге мемлекет басшысының тапсырмасы сәйкес. Ұлттық компаниялар солтүстік Қазақстан, Қызылорда облысының әкімдіктерімен меморандумға қол қойды. Осы жұмыстар жалғасуда. Бүгін кезекті келісімде пакетінде Қарағанды облысының кәсіпкерлерімен қол қойылды. Осындай келісімге қол қою ел өңірлеріндегі шағын және орта бизнес даму мүмкіндіктерін бірін болып табылады. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас из Караганды на выездном брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Тема брифинга – вовлечение и участие национального бизнеса подготовки и проведения Астана-Экспо-2017. Как известно, глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил задачу по привлечению национального бизнеса к строительству объектов международной выставки Экспо. На сегодняшний день в соответствии с поручением главы государства по созданию дополнительных возможностей для касательных бизнесменов национальные компании подписаны меморандумы с акиматами Северо-Казахстанской и Казахстанских областей. Эта работа продолжается. И сегодня очередной пакет соглашений подписан с предпринимателями Карагандинской области. Хотелось бы отметить, что подписание соглашений – это еще одна из возможностей для развития малого и среднего бизнеса в регионах нашей страны. Сегодня у нас в гостях на выездном брифинге в Караганде предприниматели региона, которые будут предоставлять товары и услуги для Экспо. Директор компании Power Beton Жанаков Куаныш Алимжанович. Директор компании Гартекс Буров Александр Сергеевич. Также у нас сегодня в гостях представители национальной компании Экспо, управляющий директор Рахимбекова Салтанат Тимиркуловна, генеральный подрядчик по строительству объектов международной выставки, руководитель проекта BI Group Construction Жакеев Ибрагим Мухаметович, а также директор Национальной палаты предпринимателей Карагандинской области Божбанов Мадинет Танатович. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел поблагодарить вас за участие на нашем брифинге. Куаныш Алимжанович, пожалуйста, вам слово. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылар. Біздің Power Beton кәсіпорын мекемеміз 2012 жылы құрылған. Сол жылдан бастап біз Қарағанды қаласының 4 ірі темір бетон өнімдерін шығаратын зауытының қатарына тұрдық. Елбасымыз әрдайым кіші кірім орта бизнесқа көмегін беріп тұрады. Соның арқасында біз мемлекеттік жол карты бизнесі бағдарласымен өзіміздің өндірісімізді екесе көбейттік. Қазір біз ірі зауыттың қатарымен бірге келеміз қалыспай. Бүгінгі күнде бүгін міне Экспо 2017 шарасының құрылысын басқаратын ірі компаниясы АБК құрылыс бірмен меморандумға қол қойдым. Енді ойлаймын, алғашқы үш жылда біздің болашағымыз зор болады. Біріншіден, біздің заводымыз көп заказбен үш жылға қамтылды. Менің заводымда 200-ден адам жұмыскер жұмыс жасайды. Енді солардың болашағы жақсы, әлеумет жағдайы күшті болады деп ойлаймын. Бұлдың бәрі жетістіктеріміз, біздің елбасы, еліміздің халқымыздың қамын ойлап жұмыс жасап атқан саясатының біз соның жалғастыратын біз кәсіпкерлер. Соның біздің міндетіміз өзіміздің орнымызда, өзіміздің қарамағымызда істейтін адамдарға елбасы қалай бүкіл халыққа қарайды, біз де сол өзіміздің жұмыскерлерімізге қарап жағдайын жақсартуымыз керек. Осы бүгінгі меморандумға қол қойып үлкен біздің тарихи елімізде тарихи болатын Экспо-ға қатысты үлесімізді қосатыныма өте қуаныштымын. Сізге рахмет. Александр Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день. Да, действительно, сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве объектов Экспо. Для нас, как для субъектов малого бизнеса, это большие перспективы.
Благодаря этому наши мощности загружены работой до 2017 года. А это, конечно, большая поддержка со стороны государства. Мы уже до этого участвовали в 2013 году в программе «Дорожная карта развития бизнеса», по которой получили субсидии на автоматизацию нашего производства. Тем самым мы увеличили производственные мощности и получили новых клиентов, новые заказы. Соответственно, увеличение произошло и в нашей компании. То есть у нас увеличился штат сотрудников более чем на 30%. Но на данный момент мы не останавливаемся на этом и дальше продолжаем развивать нашу организацию. Также хочу поблагодарить за предоставленные поддержку, за такие государственные программы, которые позволяют нам жить, развиваться с уверенностью в завтрашнем дне. Спасибо. Следующее слово представляю Рахимбекову Салтанат Темиркуловне. Спасибо. Еще раз добрый день. Действительно, сегодня в Карагандинскую область, индустриальную мощь страны, прибыла большая делегация во главе с председателем правления национальной компании «Экспо» Талгатом Ермегияевым. С утра была возможность ознакомиться с потенциалом Карагандинской области. Более 50 компаний выставили свою продукцию. И состоялся хороший диалог по возможности взаимодействия, возможности привлечения именно по строительной отрасли этих предприятий. Результат вы знаете уже сегодня. Подписано 5 меморандумов, основной, главный, между акимом Карагандинской области, председателем правления национальной компании, и еще 5 меморандумов. Хотелось бы отметить, что когда проходил обход 50 компаний, то, что Карагандинская область, акимат организовал нам такую хорошую возможность поближе ознакомиться, мы увидели, наше руководство отметило еще ряд возможного партнерства. Поэтому меморандумы будут продолжены. На сегодня есть мнение, что не менее 15 компаний Карагандинской области по строительной индустрии будут вовлечены. Хотелось бы отметить, что эта работа действительно идет по поручению главы государства о привлечении потенциала регионов и не только в строительной индустрии, безусловно. Это, конечно же, вовлечение в мероприятие Экспо, это потенциала научного, потенциала региона, потенциала молодежных организаций, бизнес-среды, гражданского общества. И хочу еще раз заметить, что после подписания меморандума сейчас в течение 2 недель мы отработаем конкретный план мероприятия во исполнении этого меморандума. И этот план мероприятия будет содержать не менее 30-50 пунктов совместных мероприятий. Такой аналог у нас уже есть. Мы, когда заключили меморандум с Северо-Казахстанской областью, отработали именно по всем направлениям и секторам подетальный план. И этот подетальный план нам позволит все договоренности, которые заложены в меморандуме, а я отметила, что это не только по вовлечению строительной индустрии, а в целом потенциала региона, его возможность выставить хорошие уникальные проекты, возможность направить молодежь для того, чтобы они могли участвовать в мероприятиях Экспо. И вообще выставка Экспо – это не только демонстрация достижений человечества по науке. Мы знаем не только по науке, по тематике, да, это энергия будущего. Но и, безусловно, будут демонстрированы достижения в культуре, в искусстве. Это уникальная возможность, когда к нам приедут более 100 стран мира, поддержавшие нашу страну еще в 2012 году, чтобы именно в Казахстане проходил это мероприятие. И у нас есть возможность этого обмена, потому что Экспо – это уникальная возможность обмена культур, научных достижений. Ведь сегодня именно Казахстан, который первое дал старт спутник в космос, да, космонавтика, старт космонавтики, есть сегодня возможность мир удивляет нашими научными достижениями. Сегодня в Карагандинской области есть предложение и по нашей тематике конкретно. Это по очистке воздуха, по снижению СО2 выбросов, потому что тема энергии будущего, она делится на 3 подтемы. Это, безусловно, по борьбе с изменением климата, все мероприятия. Это в первую очередь снижение СО2 выброса. Вторая тема – это повышение энергоэффективности. Она очень влияет на экономику развития страны, не только нашей, и в мире в целом. И, безусловно,
безусловно, доступ энергии для всех. Такие ключевые направления. И в этих ключевых направлениях должны быть на сегодня на Экспо предложены наши научные разработки, лабораторные исследования, НИОКР. Тем самым мы должны миру продемонстрировать, какие достижения у Казахстана. И мир, соответственно, выставлять сегодня будут на нашей площадке свои достижения по этим направлениям. Каким образом это организовано? Для этого мы сегодня готовим конкурс. Через конкурс весь мир, ученые, новаторы, изобретатели будут подавать свои изобретения, свои предложения, и у нас на территории Экспо будет зона лучших практик. Это сердце выставки будет. То есть будут павильоны, где страны выставляют, и тематические павильоны. Но одно из уникальнейших мест, где будет выставлено достижение человечества по тематике энергии будущего, это зона лучших практик. И здесь для того, чтобы состоялся очень качественный, эффективный, грамотный отбор, мы инициируем создание международной отборочной комиссии. Сегодня взаимодействуем с международными ведущими организациями, институтами по предложению, чтобы нам могли представить кандидатуры нобелевских лауреатов, других великих, скажем так, личностей, которые достигли больших результатов в своей научной деятельности и могут выступить для нас очень высококлассными экспертами для того, чтобы поддержать проекты, предложенные на Экспо со всего мира. Поэтому, конечно, много очень направлений, по которым можно будет, если будут вопросы, мы готовы с удовольствием ответить, потому что национальная компания для того, чтобы организовать на очень достойном уровне выставку, безусловно, прежде всего будет опираться на потенциал регионов, потому что она позволит нам продемонстрировать достижения всей страны. А достижение страны – это успех каждого региона. Поэтому успех региона – это, естественно, успех нашего народа. И когда у нас будет такая возможность уникальная продемонстрировать и толерантность, и наше согласие, и что благодаря той политике лидера государства по развитию всех этих мировых тенденций, потому что мы сегодня проводим и съезд мировых религий, мы сегодня инициируем антикризисный план и так далее. И эти все наши мировые глобальные инициативы, они подкреплены тем, что у страны есть этот потенциал. И этот потенциал позволяет нам сегодня именно вот в нашем регионе, в Евразийском центре, впервые за 160 лет Экспо будет проходить столь уникальное событие. Поэтому это действительно большая честь для нашего народа, для нашей страны. И я думаю, что вместе с вами, особенно с регионами, со всеми регионами, мы сможем его провести на очень высоком, достойном уровне. Спасибо. Благодарю вас. Следующее слово предоставляю Ибрагиму Мухаметовичу. Спасибо. Я являюсь генеральным подрядчиком на Экспо 2017. Меня зовут Ибрагим Жикеев, компания Бейгрупп Констракшн. Один из крупнейших компаний в Казахстане, сами знаете. Нам такая честь, такой большой, огромный объект в Астане Экспо 2017 строит. На сегодняшний день строительные работы вовсю ведутся. Работа идет круглые сутки, 24 часа, без остановки. Сегодня вот буквально часа 3 назад мы подписали нашими потенциальными поставщиками, партнерами нашими. Мы этих людей знаем. Очень приятно такой брифинг сегодня организовали Карагандинскую область. Объект очень колоссальный, мы этот объект строим, один из казахстанских компаний, мы на рынке Казахстана уже 19 лет находимся, строим очень большие, огромные промышленные здания строили, международные объекты тоже вот начали строить, благодаря нашему президенту, что у нас в Казахстане проводится, планируется провести Экспо 2017. Вкратце о своей компании. Компания на рынке уже 19 лет, как только что отметил, сказал. Компания работает около 10 тысяч сотрудников компании. И, соответственно, когда вот такие большие международные проекты, мы тоже привлекаем субподрядных организаций. В первую очередь на критерии этих подрядных организаций себе на Экспо 2017 подбор, когда ведем, это в первую очередь качество, сроки,
по этим критериям будем подбирать подрядчиков. Сегодня мы тоже подписали производителями, отечественных производителей Карагандинской области, вот Powerbeton, Smartex, это тоже большая швейная фабрика здесь в Караганде находится. Они тоже для наших сотрудников шьют спецодежду, поэтому мы только рады работать нашими потенциальными поставщиками, производителями. Сейчас в данный момент у нас задача стоит в первую очередь наших казахстанских производителей работать и их материалы использовать при строительстве Экспо. Спасибо большое. Спасибо. Следующее слово я хотел предоставить Мадинету Танатовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь я хотел поблагодарить национальную компанию «Астана Экспо» за активное вовлечение предприятий Карагандинского региона в такой важный национальный проект, как строительство выставочного павильона. Сегодня мы были свидетелями подписания меморандумов между главой региона, руководством нацкомпании и генеральных подрядчиков с карагандинскими предприятиями. Это свидетельство о том, что наши карагандинские предприятия достаточно конкурентоспособны и могут принимать участие в таких важных строительствах такого важного международного объекта. Все мы знаем, что в этом году глава государства дал старт строительству выставочного павильона. Правительством был разработан план мероприятий по организации и проведению данного мероприятия. Национальная палата очень активно включилась в данную работу. Сегодня мы проводим работу по подготовке перечня возможных предприятий, которые могли бы участвовать в строительстве. Также работа у нас ведется по снижению административных барьеров и изменение нормативного законодательства для того, чтобы упростить участие казахстанских предприятий в работе Экспо, участие их в тендерах и так далее. Я думаю, что это вот одни из первых таких ласточек, и мы ожидаем от национальной компании, что будут еще ряд меморандумов, в том числе и представители мало-среднего бизнеса, не только в секторе строительства, но и в секторах, как сервис обслуживания и в туристических секторах. Спасибо. Мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Также я хотел бы напомнить, что по системе видеоконференц-связи нам подключены все регионы страны. Пожалуйста, первый вопрос. Представьтесь, какое СМИ вы представляете. Пожалуйста. Здравствуйте, Олег Рябченко, Oil News, Астана. Вот по недавно озвученным данным, доход от Экспо составит порядка 283 миллионов евро. В эту сумму включен анализ инвестиций, которые будут приходить, и стоимость билетов, которые будут продаваться. Проводилась ли вами подобная работа по анализу вашей прибыли, которую вы можете получить от контрактов заключенных? И есть ли у вас опыт работы на столь крупных объектах, как вот у компании BI Group? Благодарю. Спасибо. Ну, начну с последнего вашего предложения, вопроса. Опыта нету. Как я сказал, мы на рынке недавно, но качество у нас продукции, также срок его изготовления, мы среди ведущих предприятий Караганды. И это большой экзамен, большая честь для нашего предприятия, что мы будем участвовать в таком историческом событии, строительстве объектов Экспо. Что касается прибыли, ну мы пока предварительно не посчитывали прибыли. Для меня, как предпринимателя, прибыль, конечно, важна, но важнее, самое главное, это стабильность работающих на моем предприятии людей и их уверенность в завтрашнем дне. Александр Сергеевич. Да, я представляю компанию «Гартекс». Мы существуем на рынке уже с 2004 года. Последние объекты, которые у нас были в Караганде, это мы с нашим участием строили «Ледовый дворец», Караганда-арена и теннисный центр, наверное, тоже республиканского масштаба. Вот. Что касается прибыли, то любое предприятие, оно и существует ради того, ради извлечения прибыли, да, из своей деятельности. Однако здесь для нас Экспо, мы
наша задача выполнить все наши работы на высоком уровне и с гордостью потом посещать ее и получать только от этого удовольствие. Так что здесь у нас нет вариантов, то есть мы должны сделать только хорошо на высшем уровне. Поэтому не обсуждаем эти вопросы. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Желающие, поднимаем руки, наши коллеги передают микрофон. Добрый день, Марина Яниватова, телеканал «Астана». Вопрос к Национальной палате предпринимателей. Скажите, пожалуйста, вы уже отметили, что наши предприниматели активно включаются в работу по Экспо. Какие проекты уже интересные есть, что предлагают? Об этом расскажите, пожалуйста. Спасибо. В ходе сегодняшней выставки порядка 41 предприятий Карагандинского региона выставлялись. Есть интерес к нашим карагандинским предприятиям, порядка 15 предприятий, Салтанат Тимиркулова сейчас отметила, которые, возможно, еще дополнительно заключить с ними меморандум. Я так скажу, что сегодня в Карагандинском регионе достаточно интересные представленные производства. Буквально во всех секторах стройиндустрии у нас есть интересные производства. Я думаю, что каждое карагандинское предприятие удостоено, имеет потенциал участвовать в таком важном объекте, строительство такого важного объекта. Я могу дополнить, что светодиодное освещение очень сегодня вызвало интерес, трубы с теплоизоляцией, значит, железобетонные конструкции, безусловно. Уже сегодня здесь забирают цемент, бетон, безусловно. И было интересное предложение насчет спецодежды. И даже уже предложение на будущее, те гостиницы, жилые комплексы, которые будут на территории, чтобы можно было их оснастить, допустим, необходимым материалом, да, это простыни, полотенца, халаты, к примеру. И очень интересные были предложения, потому что ткани, они из органики, то есть это претендующие, что это органическая продукция, то есть с хлопка чистого, да, хороший дизайн, очень хорошее качество было сегодня продемонстрировано. Поэтому я думаю, что вот то, что мы выше отметили, что еще, возможно, будут не менее 15 контрактов в общей сложности, это вполне реально. Мы сейчас плотно начнем отрабатывать, потому что сразу же руководство нашей компании давало поручение, чтобы мы сразу брали сейчас материалы, проработали в очень короткие сроки и могли выстроить взаимное партнерство, безусловно, подписав дополнительные договора. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, задавайте. Руслан Нұрлаұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасының Қарағанды облысындағы меншікті тілшісі. Жалпы ұлттық компания тарапынан сол Экспо көрмесіне атсалысу үшін тек қана құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар тартыла ма, жоқ әлде басқа да бизнестің бағыттар қамтыла ма? Осы сұраққа жауап берсеңіз. На этот день мы не только местные производители, и дополнительно мы привлекаем туда людей, субподрядные организации. На сегодняшний день в Карагандинской области тоже работают ваши земляки у нас на строительном объекте. Не только строительные материалы, только и люди мы тоже. Основным стараемся только своими нашими казахстанскими людьми этот объект строить. Первая задача наша. Әлбетті тек қана осы строй индустриял жаңағы беріп отырған ұсыныстары емес. Қазіргі осы жоғарды кездесу болған кезде, мысалы тағамдар жағынан да. Өйткені осы Қарағанды қаласы, ол тағамдарды жаңағында жеткізу пойысына кіріп отыр. Ол жерде қазір мына Қарағанды облысында жақсы үлкен теплицалар бар, мысалы көкөністі жеткізетін. Енді сол көкөністер және де басқа тағамдардың органикалық таза деңгейінде жеткізуге мүмкіншілігі бар екенде жаңағы осы Қарағанды облысының басшылары айтып кетті. Жаңағы эко-маркировкасы бар, биомаркировкасы бар өнімдерді біз жеткіземіз әлбетті түрде деп. Ол бір. Екіншіден әлбетті түрде бізге мынау мамандар керек болады. Тілші мамандар, мысалы, енді 5 миллиондай жаңағы сол экспо территориясында
не 5 миллиондай қатысып болу керек, оның ішінде 2 миллиондай қонақтар. Енді сол қонақтардың ішінде 15%-дай ол шетелден келетін қонақтар болады. Олар әртүрлі сөйлейді, тек қана ағылшын тілі емес, француз тілі, испан тілі бәрі де. Осы жерде сіздерде жақсы-жақсы университеттер бар, осы тілдерді дамытып, жақсы бізге нелерді, тілші мамандарды беруге, жаңағындай ұсыныс беруге мүмкіншіліктерін айтып кетті. Ол бір. Екіншіден, бізге жаңағы жастардың өзінің ықыласын көтеруге, жалпы осында үлкен маңызды шараға қатысуға мүмкіншіліктерін тарту үшін волонтерлық жаңағындай не дейміз, қозғалыс. Сол волонтерлық қозғалыстың ең негізін осы Қарағанды облысы болады деп үміттеніп отырмыз, өйткені жақындығы да бар осы неге. Және де енді облысымыз ерекше ғой, бұл жерде үлкен-үлкен техникалық вуздар да бар, олар өте қажет, өйткені біздің экспаның тақырыбы негізі осы техникалар жағын жандандыру, жаңағы энергия тиімділікті жандандыру, және де балама тоқ көз, басқа да энергияның жаңағындай тиімді қолға тигізімді бағамен шығаратын жаңа-жаңа жобалар болу керек. Осы жобаларға жастар көбінен араласатын болса, жастар енді біздің болашақ, олардың мынау ғылыми жағынан, техника жағынан жаңағы өздерінің потенциалын дамытуға мүмкіншілік бар. Соған қарастырайын, мен ойлаймын, бизнестің түрлі-түрлі ұсыныстарын да біз қабылдаймыз әлбетті түрде. Бүгін міне беташары болып отыр, Қарағанды облысы өз потенциалын өте жақсы көрсетіле білді. Енді осының бәрін тығыз қарым-қатынас жасай отырып, басқа да қандай ұсыныстар бар екенін мысалы мынандай жүзеге асыра отырып, әлде де сіздермен бірге дидарласа отырып, тағы мүмкіншіліктердің қарастыруға жаңағындай мүмкіншілігін жеткізуге де көрсетуге де әлі де бірге ондай мүмкіншіліктер туады деп ойлаймын. Рахмет. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Анжелика Волкович, информагентство «Биньюз». Вот скажите, пожалуйста, многие региональные предприниматели сегодня работают исключительно в областях, боясь выходить на республиканский уровень. Скажите, подписание меморандумов будет ли способствовать расширению географии вашего бизнеса? Да, конечно, будет способствовать. Мы уже понемногу начинаем работать, но это действительно будет для нас очень большой заказ. И я думаю, мы войдем на строительный рынок Астаны и поднимем, так сказать, свой авторитет, свою значимость, что в конечном счете будет благоприятно для всех сотрудников компании. Конечно, такие объекты, они способствуют тому, чтобы потенциал и, самое главное, уровень качества предоставляемых товаров, услуг должен быть высоким. Это мотивация. Вот на сегодня, например, объекты все на экспо будут строиться, и они будут проходить экологическую экспертизу на БРИАМ-ЛИАД. Это достаточно очень высокого уровня требования. И даже согласно того же требования БРИАМ, например, в радиусе от строящегося объекта, в радиусе 800 километров мы должны привлекать объекты и предприятия. Вот сегодня подписанты, будущие подписанты, которые будут работать вместе с нас компанией, конечно, должны будут соответствовать тем критериям, которые выставляются, потому что сам объект уникален. Там очень высокие требования к строительным, допустим, к строительному уровню, да, затем к услугам и так далее. Поэтому, конечно, это вместе, мы вместе будем наш потенциал наращивать качество наших товаров и услуг, и экспо-площадка, она является экзаменом не только для наших коллег, вот то, что они сегодня говорят, и говорят о той большой чести. И для нас большая честь, в принципе, возможность потенциал регионов поднять и способствовать тому, чтобы этот потенциал только наращивался. Тем самым мы наращиваем потенциал страны. Поэтому мы взаимно это движение, мы очень хотим содействовать такие площадки, в которых наш диалог, он только помог бы нам развиваться и поднимать уровень наших и услуг, и товаров, и взаимодействия. Действия, безусловно. Александр Сергеевич, вы желаете прокомментировать? Да, я хотел тоже сказать. Мы, в принципе, до Экспо также работали в разных городах, и в Петропавловске, и в Алмате, поэтому расстояние для нас, ну, не боимся мы их, но тем не менее, это обеспечение занятостью нами до 2017 года, наше предприятие. Мы планируем уже открыть офис в Астане. Это, конечно, для нас большой шаг. До этого мы работали командировками, ну, испытывали какие-то издержки. На данный момент, получается, мы уже об этом не переживаем. Вот, и, соответственно, со всей уверенностью, там уже в следующем месяце, наверное,
будем там открываться. Оттуда уже, вот у нас сейчас есть также работа и в Кокчетаве, соответственно, мы уже начинаем дальше двигаться в сторону севера и продолжать нашу деятельность. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Передайте микрофон, пожалуйста. Добрый день всем. Марк Бышко, телеканал «Казахстан. Караганды». Вопрос в следующем. Ни для кого не секрет, что наш регион является своеобразной металлургической столицей Казахстана. Ну, основная часть всех предприятий работает именно в этой отрасли. Так станет ли Экспо-2017 своеобразным импульсом для развития тех предприятий, которые работают в сфере зеленых технологий? Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Конечно, тема «Энергия будущего», я хотела бы еще раз подчеркнуть, и в основе этой темы в развитии, безусловно, внедрение зеленых технологий. Каких? Как сегодня мы сказали, потенциально мы рассматриваем, допустим, завод здесь, который есть в выпуске солнечных панелей. Это зеленые технологии. Допустим, у вас есть здесь, вот сейчас после обеда намечено посещение объекта Борисенко, который уже не первый год предлагает установки по очистке, допустим, выбросов, да, по снижению СО2 крупных промышленных объектов. Уникальные предложения. Допустим, сегодня ученые Политехнического университета, буквально недавно было опубликовано в прессе, что запатентовали свое устройство, позволяющее получить, вырабатывать энергию при... Мы обычно знаем, когда получают энергию в крупных реках, да, когда большие перепады, и есть возможность получения энергии уже, как говорится, традиционным способом. Допустим, ваши ученые сегодня предлагают такие технологии, которые используют минимальный ветер, там 2-3 метра в секунду, в затишье, допустим, вода, она не бежит большой скоростью, уровень потенциала озерных вод и так далее. И эти технологии очень важны, и сегодня здорово, что наука, она пытается быть сейчас очень востребованной впереди. И вот сегодня, кстати, хотелось бы отметить, что Министерство образования и науки в этом году уже на 19 миллиардов объявил тендер, и ученые, я знаю, Карагандинской области подали свои заявки, там 5,5 тысяч заявок поступило, из которых до 25% это заявки, связанные с энергетикой, именно зеленых технологий продвижения. Поэтому, безусловно, Экспо-17, выставочная площадка, мы думаем, будет изобилие зеленых технологий, способствующих повышению энергоэффективности, обеспечивающих доступ к дешевой энергии, потому что сегодня традиционная энергетика, она, безусловно, очень по приемлемой у нас цене, но развитие возобновляемой энергетики – это мировой тренд. Сегодня использование энергии солнца, ветра и воды – это является одним из актуальнейших направлений развития человечества, так как, как говорится, в целом в странах истощаются ресурсы, а эти ресурсы, они возобновляемые, то есть постоянные ресурсы, и их эффективное использование – с использованием современных инновационных технологий, чтобы мы могли получить, помимо того, что постоянный источник энергии, но еще чтобы они были по доступной цене, это и есть задача нашего Экспо. Я думаю, что в 2017 году мы получим очень много предложений и реализованных проектов, демонстрирующих достижимость этих целей и задач. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Марина Золотарева, 24KZ. Салтанат Тимиркуловна, у нас такой вопрос. У нас в Караганде есть очень талантливые школьники, которые уже сегодня всерьез готовятся к Экспо. Они создают как раз-таки проекты по зеленым технологиям. Вот у детей есть шанс прикоснуться как-то к Экспо или хоть как-то поучаствовать? Спасибо. Отличный вопрос. Я очень вам благодарна, потому что действительно недавно прочитала в СМИ, как ваши детки Карагандинской области очень надаренно все рассказывали, такие очень хорошие были макеты демонстрирующие, и они с таким великим знанием дела это все рассказывали. Это здорово. И естественно, Экспо 17 со своей замечательной темой «Энергия будущего», она мотивирует прежде всего наших детей придумывать, фантазировать, и эти их фантастические идеи, они вполне реализуемы, потому что они этого не боятся. И в этом уникальность вот этого проекта. Они творят, и, безусловно, для того, чтобы это стало
очень нужным. Это очень хорошо, что в области проходят такие конкурсы, где этих детей выделяют, их награждают. Мы тоже думаем о том, чтобы на уровне республики провести такие конкурсы, выявить эти, допустим, предложения наших школьников, да, в виде макетов, идей, там, реализованных неких конструкций, чтобы можно было их продемонстрировать на экспо. Но до того и 15-й год, и 16-й год, когда мы можем, возможно, организовав республиканские конкурсы, выявить этот потенциал, вместе с нашими учеными поддержать такие инновации, потому что где-то, может быть, нужно доработать, где-то поддержать финансово, чтобы довести какие-то изобретения до, допустим, некого законченного образца. Поэтому, безусловно, мы эту работу будем организовывать, проводить. Руководство нам об этом давало поручение. Я думаю, что, объявив в ближайшее время вот такие конкурсы и номинации, мы будем обращаться и к вам, чтобы наши такие инициативы стали больше, лучше известны среди масс, чтобы мы могли охватить всех, кто желает участвовать в таких мероприятиях. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста. Наталья Рыжкова, «Казахстанская правда». Я учитываю предыдущий ответ и хочу спросить. Площадь выставки «Экспо» огромная, 184 квадратных километра. Огромное количество объектов. Ну, относительно вот этой площади. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к производственникам, означает ли это, что задействовав вас, как вы задействованы в этом строительстве, будете увеличивать объемы своего производства в интересах удовлетворения спроса? Спасибо. Да, конечно. Увеличение производства перед любым предпринимателем – это вопрос его выживания в конкурентной среде. А участие в строительстве «Экспо» – это просто нас как бы подстегивает дополнительно. Да, мы будем увеличивать свою производительность. Уже сейчас, в этом году, мы 4 раза увеличили производство свай. Буквально за 3 месяца. И также по другим изделиям, допустим, если понадобится стеновые какие-то материалы, стеновые камни, пеноблоки, газоблоки, то по этим видам мы тоже готовы в несколько раз увеличить. И это мы можем произвести, ну, за очень короткое время, то есть удовлетворить спрос. Спасибо. Я добавлю? Да, конечно. Здесь действительно, когда начали вот экспо строить, действительно, нехватка стройматериалов, это именно начало объекта, это было... Забивка свая действительно не хватало в Астане. Наши астанинские заводы не успевали, потому что эти объекты без остановки все работали. Это не только наша компания «Биогрупп», это еще другие компании работают на этом объекте. И действительно не хватало. И мы на все регионы выходили. Северо-Казахстанская область, вот Карагандинская область, Акмолинская область, как считала. Только вот самые ближайшие заводы, где есть вокруг Астаны, мы со всех этих заводов, заводами работали, заключали контракты и работали. Действительно, это с одной стороны этих заводов, может быть, есть такие заводы, которые в областях нет сбыта, стоят. Но в этот момент эти заводы все заработали. Ну, не стоят они работают, но на какой-то не 100% мощность работает. А вот когда спрос есть, действительно, эти заводы заработали, можно сказать, эти же заводы работали круглые сутки. Есть спрос, соответственно, они работают. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Нурхан Атханафин, Орталық Қазақстан облыстық газеті. Менің сұрағым, бағанағы жиында біздің өңіріміздегі Балқаш, Ақтоғай, Қарқаралы, Ұлытау жерлерінде туристер келуі мүмкін деп айтты. Сол туристерін келіп күтіп алу үшін сол өңірлерде туристік нысандар салына ма, жаңадан құрылыстар жүргізіле ма? Рахмет. Негізі ол өңірдің ұсынысы. Қазір біздің жаңа жоғарыда осы жердегі әріптестерім айтып кетті, үлкен негізі республикалық план қабылданған.
осы экспоны өткізуге, осы жерде әр облыстың өз үлесі де жазылған тапсырма ретінде. Мысалы, Қарағанды облысында жаңағындай атақ-тақ-тақ жерлер бар, Ұлытау дегенде, Қарқаралы, Балқаш. Енді осы жерге қонақтарды шақыру үшін инфраструктурасын әлбетті түрде дайындау керек. Оған өңір өз потенциалын қарастыру керек. Енді бұл жерде біз ұсыныс ретіндегіні айталамыз. Мысалы, жеңіл бір конструкциялар болу керек. Мысалы, олар ертен үлкен-үлкен ғимараттарды салудың қажеті де жоқ шығар. Мысалы, жаздық кезде өтетін біздің неміз, жаңағы мероприятиямыз. Енді бұл жерде, мысалы, легкие гостевые дома дейді, мысалы, трейлеры дейді, мысалы. Осыларды қазір біз туризм темасымен негізі туризмнің дамуын осы министрлік, инновация, развитие министрлік өзінің департаменті бар. Сол департаментпен біз қазір әріптестікті құрып отырмыз. Осындай жергілікті жердегі, осындай нысаналарға туристерді жеткізу үшін инфраструктурада облыс не жасау керек, республика деңгейіне қандай көмек болуы мүмкін. Оның бәрі жаңа жоспардың ішінде кірістіріліп отыр. Енді бұл жерде өте маңызды облыс өзінің жаңағындай белсендігін арттыру керек. Мысалы, қазір біз жобаларда конкурсты жариялап отырмыз. Әр облыс өздерінің пакетін, біз бізде мынандай объекттер дайындық деңгейі мынандай, осы 2 жылдың ішінде осы объекттердің деңгейін біз мынандай дәрежеге көтере аламыз деген ұсыныстарын жасай отыратын болса, онда біз өзіміздің қонақтарды шақырып отырған, бізге осы қатысатын экспоға ертең оларға ұсыныс ретінде дайындап беруге бізге де әлден әрекет жасау керек. Сол үшін бұл тема өте маңызды тема. Ол сұрағыңызға өте рахмет. Бүгін тек қана жаңа айтып отырмыз ғой, жаңағы құрылыс материалдары емес, жалпы осы белгіленіп отырған маңызды тақырыптардың бәрін қазіргі деңгейде өте қатты белсенді біз оны алға тартып отырмыз. Оның ішінде туризм темасы өте маңызды, өйткені экспоның мынау дамыған кезінде, мысалы, бұл өзінің артынан мынау индустрияны тартаттағаны, оның ішінде осы туризмді қатты өте тартады деп отырмыз. Ертен экспо өткеннен кейін Қазақстан дүние жүзінде осындай туристік потенциалы зор екен мемлекет ретінде де қалыптастыру керек. Өйткені арғарай біздің өте жақсы тарихқа кіріп отырған, мұны кешегіна Талғар елі де кіріп отыр, жері кіріп отыр ЮНЕСКО-ның мысалы объектілеріне. Ол дегеніміз біздің мақтаныш қой. Енді осы объектілерге шақыруға әптен мүмкіншілік бар. Оның ішінде оңтүстіктің де ғимараттары бар, білесіз, мына Түркістан басқа да, мынау батыстағы біздің үлкен-үлкен атақты жерлеріміз бар. Бұның бәрі жалпы турист қауымына осы мемлекеттерді танып жүрген, мысалы, былай туристік ретінде қатысып жүрген жұртшылыққа бұның бәрі өте қызық нысаналар. Осыларды көрсете білу және де сол жерде жақсы деңгейде күте білу сол қонақтарды, ол біздің алдымызда тұрған міндет. Оны өңірлермен бірге әлбетті түрде жоғары деңгейде өткізуге болады және де дайындық жасауға да болады. Рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақтар болады ма? Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, уважаемые коллеги, я бы хотел бы особо поблагодарить наших журналистов за участие на нашем брифинге, а также поблагодарить и поздравить с подписанием новых соглашений наших гостей. На этом наш брифинг завершен.